Друзья, привет! Давно не виделись. Сегодня мы бы хотели вам рассказать о лазерном гравере Neji Laser Master 2.0. Мы сами им пользуемся. Постараемся максимально кратко, но при этом объемно обо всем рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, кому что-то будет непонятно, всем ответим. Приятного просмотра. Гравер этот покупали мы на Алиэкспрессе, по-моему, год назад. Обошелся он нам в районе 14 500 рублей. Оформляли доставку стандарт шиппинг до Челябинска, дошел недели за две. Упаковка, кстати, была классная, то есть коробка была плотная, сам картон был плотный, мякушка внутри была, и самое классное то, что все детали были отдельно разложены, то есть там в мякушке были выемки, и лазер лежал отдельно, сама рама лазера лежала отдельно, провода лежали отдельно, то есть упаковка была, ну, на таком для Китая очень неплохой уровень. С первого взгляда будет казаться, что видео носит такой более технический характер, но на самом деле мы снимаем его для того, чтобы показать кожевникам, какие преимущества несет владение лазерным гравером. Самым главным преимуществом лазера является финансовая составляющая. У вас появляется новое окно возможностей для продажи своих изделий. За год использования лазера мы поняли, что людям мало той индивидуальности, да? Ну, мы с вами понимаем, что ручная работа и каждое изделие по-своему индивидуально, но людям, как оказалось, этого недостаточно. Им нужно, допустим, на какую-то дату, допустим, мужу подарить подарок, и там гравируют там, госномер или имя. До появления лазера было очень много моментов, когда люди приходили, но у нас не было возможности награвировать что-то на изделиях. Вот, и мы из-за этого теряли деньги. Можно привести простой пример на обложке для паспорта. Да? Ну, допустим, вы продаете ее за 1000 рублей, но при наличии у вас лазера мы, например, берем за гравировку от 400 рублей. То есть, соответственно, вы продаете и обложку для паспорта, и зарабатываете, ну, как минимум 400 рублей дополнительно за то, что вы награвируете там чье-то имя, например. Неплохой вариант. Ребят, я расскажу, почему именно 400 рублей, ну, как минимум, а не 100 рублей. То есть, ну, казалось бы, положил изделие под лазер, там, запустил лазер, и он там выгравировал то, что клиент требует от вас. На самом деле не все так просто. Очень много времени, ну, вот, в основном около часа уходит на то, чтобы просто согласовать это с клиентом. Потому что нужно согласовать цвет изделия, нужно согласовать, допустим, нитку, которую будем шить, нужно согласовать шрифт, который мы будем делать, нужно согласовать место, то есть, ну, допустим, на обложке для паспорта можно внутри награвировать, можно снаружи гравировку сделать. На самом деле на это очень много времени уходит, поэтому, ну, мы и просим там рублей 400 за это. Я посмотрел достаточно много обзоров на лазеры и предвижу один такой очень важный вопрос от вас. Режет ли лазер? Ну, то есть, можно ли им резать? Можно, но я бы не стал, потому что, во-первых, запах. Во-вторых, чтобы этим лазером что-то резать, нужно сделать так, чтобы он на несколько проходов это делал. Но это как минимум проблематично. Поэтому я в начале видео и сделал акцент на том, что именно данная модель является лазерным гравером. Это модель для гравировки, но никак не для резки. И если вы хотите резать, для резки нужно использовать совершенно другие профессиональные лазеры CO2-шные. И данный лазер для резки я вам не рекомендую. То есть, если вы хотите гравировать легко, если резать, покупайте там от 60 тысяч они стоят, там совершенно маленькие площадочки за 60 тысяч, ну, то есть, там уже дальше сумма идет, вот, и там уже есть разговор о каких-то резках. Что касается запаха после гравировки кожи, да, действительно он есть. А для этого мы придумали принудительную вытяжку, ну, то есть, мы купили вентилятор, гофру, длинную трубку, и выводим просто в мастерскую, в наше, в окно. Получается, во время гравировки вентилятор работает и выдувает просто все это на улицу. Если вы же будете дома это делать, то, наверное, как вариант, да,
но опять же только для гравировки. Резать дома забудьте. Тут пока снимали, нашли инструкцию для лазера. Вот. Ну и давайте, наверное, будем переходить непосредственно к обзору самого лазера. Изначально, когда мы лазер этот нашли на Алиэкспрессе, казалось, что там реально вот он придет, и там будет там тысяча деталей в коробочке, и нам придется очень долго его собирать. Но на деле все оказалось не так, все оказалось гораздо проще, и там всего лишь несколько деталей нужно было. Сейчас я расскажу, как это все в коробочке лежало по отдельности. Сетевой адаптер лежал, USB кабель лежал, очки, обязательно пользуйтесь ими. Далее, нижняя часть рамы лазера, верхний кран, верхняя рама. Отдельно лежал лазер и вот эти пластиковые вставочки. Прежде чем говорить о самом лазере, нужно сказать, что мы докупили 4 уголка, саморезы по дереву. Для чего лазер прикреплен к платформе? Это делается для того, чтобы избежать того, что он может перевернуться. Потому что, когда вы делаете настройки, вы можете регулировать скорость движения лазера. И когда он двигается слишком быстро, он начинает вот так вот скакать на площадке. Далее верхний кронштейн, вот этот большой, цепляется к нижнему, вот на эти 4 болта. Лазер непосредственно сюда прицепляется, и к нему подключается проводок. Двигается он по оси X, Y. И самый главный, кстати говоря, момент по поводу ремней. Все это двигается на роликах, а ролики по ремням передвигаются. Вот здесь есть болтики с этой стороны, вот здесь. Вы их можете открутить и немножко резиночку приспустить. Потому что когда ремни перетянуты, лазеру слишком сложно как бы двигаться, потому что это все на моторчиках работает. Непосредственно на этой модели лазера использована головка на 20 Вт мощностью. А рабочая площадь, на которой, диапазон, на котором работает лазер, 17 на 17. Подключаем USB к компьютеру. Сетевой адаптер сюда. И в сеть. Прежде чем показать, как устанавливать ПО для этого лазера, хотели бы рассказать о важном нюансе. Вот у нас есть кусочек кожи, мы подставляем его непосредственно под лазер, и вот здесь, на самом лазере, есть крутилка, регулировка. Сейчас покажем, что она делает. И вот в этот момент ваша задача под конкретную толщину, то есть, допустим, изделие будет более толстое, подогнать четко фокус. То есть мы крутим эту головку до того момента, пока точка лазера не станет совсем-совсем маленькой. Это ваша основная задача. От этого зависит то, насколько четко будет гравироваться. Теперь переходим непосредственно к работе за компьютером. Но перед этим нужно, непривычно, но придется, ознакомиться с инструкцией, в которой есть QR-код, по которому можно перейти и посмотреть видеотуториал по сборке. Это очень удобно. И также здесь есть сайт, на котором вы скачаете софт для того, чтобы непосредственно пользоваться лазером, то есть куда загружать картинки, там же будете писать и тексты, и все что угодно. Все, мы скачали программу с официального сайта. Вот так иконочка выглядит. Название, конечно, просто шикарное. Китайцы прям мастера придумывают название. Открываем. Все, загрузка произошла. Лазер подключен. Мы видим панель. Находим в интернете любую картинку. Открываем. Скачиваем. И скачанную картинку просто перетаскиваем на панель. Можно задать ей размер в миллиметрах. Например, там маленькую сделаем, 15 на 21. Нажимаем ОК. Выбираем
Помимо картинки, на шаге четвертом можно добавить текст. Пишем «башня». Далее нажимаем «font size». Выбираем «шрифт». Выбираем размер шрифта. Нажимаем «ОК». Нажимаем «insert». И добавляем. И вот, пожалуйста, допустим, есть надпись. Нажимаем «ОК». И все, у нас все готово. Когда лазера не было, для меня таким большим вопросом было, а как мне узнать, куда положить изделие, чтобы он именно здесь, допустим, там, вот в нижнем углу награвировал. Все оказалось на самом деле очень просто. В этой программе есть такая вот штука. Это те самые 17 на 17 сантиметров. Можете нажать на центр. И вот здесь вот просто передвигаете по всей рабочей площади, и лазер двигается вслед за вами. То есть я просто вожу мышкой и могу отправить лазер в верхний левый угол рабочей площади, могу отправить в правый нижний угол рабочей площади. Таким образом и центруется. Картинка у нас готова. Управлять позиционированием лазера мы с вами научились. Далее мы используем уголок, мы прикладываем кожу, и далее уже непосредственно в программе мы находим то место, где будет гравировка. Вот это движение лазера показывает габариты самой картинки. Перед печатью ваша задача сделать так, чтобы кожа лежала ровно, ну, то есть, чтобы фокусное расстояние лазера не менялось. Все, допустим, на изделии мы нашли то место, где мы будем гравировать, нажимаем стоп. Теперь наша задача выбрать силу лазера и время, насколько лазер будет задерживаться, ну, в одной точке. Это все очень индивидуальные показатели, потому что кожа разная, есть с финишным покрытием, есть без финишного покрытия. Например, как мы делаем, да? У нас несколько артикулов кож, и на каждой коже висит шильдик, например. Вот под темпести у нас идет лазер Power 50 и Burning Time 2 миллисекунды. Вот при этих показателях на темпести толщиной 1,4 все прекрасно гравируется. Все, позицию мы подобрали, фокус настроили, можно нажимать play и приступать к гравировке. Обязательно перед гравировкой одевайте очки. Запах не самый приятный. Еще очень важный дельный совет. Гравируйте изделие еще перед тем, как вы его сшили. То есть, допустим, карман. Вы отдельно на кармане гравируете до того, как вы его сшили. Это очень важно, чтобы не было перепада высоты. Прошла минута, гравировка завершилась успешно. Что мы с вами имеем? Башня хорошо получилась. Текст я сделал так специально, чтобы вы видели, что совсем маленькие предметы гравировать абсолютно бессмысленно. Не видно, что написано. Это опять же все подгоняется индивидуально на ваше усмотрение. Но картинка в целом получилась очень замечательная. А после гравировки внутри картинки остается пепел. Его можно либо какой-то тряпочкой смести, либо кистью мягкой. И это нужно сделать до нанесения воска и масла. Хотелось бы еще сказать, что вот эти лазерные модули, они сменные.
И кому, например, 20 ватт не хватает, можно купить там на 30, на 40 ватт. Это даст вам возможность печатать еще быстрее. Но, в принципе, для кожевенных целей, для гравировки 20 ватт более чем достаточно. Ну и, ребят, конечно, хотелось бы еще рассказать про деревяшки. Например, для тех, кто делает коробочки подарочные, ну, свой логотип или там по заказу клиента. Также на фанере очень красивые картиночки получаются, вполне ровненькие. Поэтому, как вариант, и для дерева его тоже можно использовать. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылочка на лазер будет в описании, на инструменты для кожи от проверенных продавцов тоже будут в описании. Вот, все как всегда. Давайте уже активнее, подписывайтесь, смотрите видео. Всем пока.